Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Наш сегодняшний гость Анна Александра Андронова, писатель, врач-кардиолог больницы номер 5 города Нижнего Новгорода. Она написала первую с начала эпидемии книгу из красной зоны. Читать ее без комка в горле невозможно. Это книга об эпидемии, о красной зоне – о людях больных и здоровых. В книге вы написали, что до последнего надеялись, что эта беда вас обойдет, ковид. Почему мы на это рассчитывали? Ну, были же еще эпидемии там, до этого, которые как-то далеко оставались. Там, свиной грипп, птичий. Ну, это не доходило до того, чтобы этих пациентов лечил больница. Поэтому вот где-то там далеко что-то забрежило, там в Китае кто-то опять чем-то заболел. Поэтому вначале, ну, что-то там происходит, наверное, это пройдет. Когда вот уже больные в Москве появились, Москва это практически, ну, очень близко. Поэтому, когда появились в Москве, уже стало понятно, что все. Что вы сказали своим трем сыновьям, своим пожилым родителям, когда решили работать в красной зоне? ничего не сказала. Родители уже в этот момент, поскольку родители у меня очень пожилые, они уже были у себя в квартире изолированы, уже они никуда не ходили. И, собственно говоря, до того, как мы стали красной зоной, общение с ними было опаснее. Потому что мы же работали без костюмов, ну просто в обычном режиме. И больной мог приехать любой, в том числе и с ковидом, как это бывает в других стационарах то есть затемпературить, поступить в каком-то там периоде продромы или там, когда еще температура не повысилась, и потом просто, то есть вот такие же вспышки были в больницах на начальном этапе, в которых не было красной зоны. То есть это не обсуждалось как-то вот, что я всех усадила, сказала, что вот, мамочка идет работать в красную зону. Нет, конечно. Ну вот мама ходит на работу, и мама дальше продолжает ходить. У меня младшему сыну 9 лет. И я еще в марте, в конце марта его отвезла за город к родственникам. Вот мы приехали, сели в машину, выгрузились, вышли с сумками. его подвела к порогу. Ну, там вышли, конечно, все встречать, встали в дверях. И они так на меня смотрят, я в маске, в перчатках, я уже туда в больницу хожу, у нас ковид еще не начался, но уже, ну, как бы опасно. Понимали, что опасно, что больница – это источник инфекции. Они все встали, смотрят на меня, и поняла, что я сейчас… А он побежал туда, он давно всех не видел, такой обрадовался. Там еще маленький ребенок у них. И я поняла, что я не зайду сейчас. И никто не хочет, чтобы я заходила. Я этот порог не перейду. На самом деле просто хотелось вот молча его обнять. Невозможно вот так вот обернуться, сказать, ну все, пока я пошла. Так что сказали ваши сыновья, когда узнали, что вы в красную зону уходите, а потом написали об этом книгу? Ну, мне кажется, что наиболее точно вот сформулировал мой старший сын. Он сказал, мам, ты просто... Эта книга – это ответ на вопрос, ну, как вы там в ковиде работаете? Только ну, довольно распространенный. <laughs> поэтому я теперь всем так и отвечаю. О чем книга? О том, как мы работаем в ковиде. Ну, в общем-то, это действительно так. Действительно так. Но где-то книга как-то связана с фильмом, который появился о ковиде, где ваша больница и вы одни из героев. Тем-то одна ковид, а работа в ковиде, поэтому, конечно, связана. Это все об одном и том же. Ну, и про фильм я там написала. Очень интересный был опыт такой. Первым у нас э, на линии фронта выш, вышел хирургический корпус. Они начали работать. Это был апрель. 11 апреля. И мы все лето считали не апреля. 45 апреля, 62 апреля, и так до конца лет. Ну, было, конечно, несколько вариантов выбора. Можно было уйти в отрицание, решить, что нет никакого ковида, жить как прежде. До пандемии спрятаться на самом деле было некогда, некуда и невозможно. Город вошел уже, получил первых больных, вошел в это состояние эпидемии, и нужно было как-то определяться. Во всяком случае, издательство «Гамма-пресс» Подхватила эту идею книги после фильма, как я понимаю. Ну да, и вот я сказала: вот я собираюсь написать, и так как бы это все закрутилось, и потом уже с меня спрашивали. С меня надо спрашивать. Потому что иначе это все затянется. Времени не хватает, а когда вот какие-то стоят конкретные сроки, можно уже с этим работать. Когда же вы писали после работы? В основном я, конечно, писала в отпуске. А чем будет ваша следующая книга? Не знаю, не знаю пока. На, на ниве, так скажем, писательства я себя чувствую очень неуверенно. Гораздо увереннее я себя чувствую там в палате или на кухне, у плиты. Поэтому это еще надо подумать. А что для вас писательство? Вы как-то э, отдаете то, что накопилось, опыт, идеи? Я же никогда не ставлю какой-то цели конкретно. Вот я написала эту книгу, как в школе разбирали, что хотел сказать Толстой, там, когда там Андрей лежал под небом. Нет, ну просто вот что-то складывается в голове, и это можно записать. Но этот процесс, конечно, очень мучительный. А среди ваших больных не нашлись ваши читатели? Ну, иногда находятся, да, говорят, а вот не вы ли вот там что-то такое? Я говорю, ну, допустим, да, я. И Хорошо. как это меняет их Никак он, да. не меняет, нет. Надо, ну, с больным можно общаться только... Доверие, уважение будет только, когда ты ему понравишься как врач. Можно танцевать в балете, там, я не знаю, виртуозно что-то делать, но ты же его лечишь, ты должен быть хорошим врачом. Что вы делаете, чтобы больной вам доверял? Разговариваю. Разговариваю с ним. Пытаюсь все выяснить, нахожу подходы как-то, чтобы он что-то мне рассказал такое, чтобы он как-то стал доверять. Ну, вообще больным нужно внимание. Чем больше внимания ты оказываешь больному его родственникам, настоящего, тем лучше будут ваши отношения, тем лучше будет контакт, и тем лучше пойдет лечение. А у вас есть какие-то рецепты, секреты вот этого интервью с больным первым? Это очень индивидуально, конечно, это зависит от больного. Но с годами работы, со стажем, с опытом приобретаются тоже ну, психологические навыки, которым научить нельзя, наверное, которые просто вот с опытом приходят, как надо разговаривать. Когда к вам поступает больной с ковидом, вы как-то сразу можете определить, что будет дальше? Эта болезнь ужасно непредсказуемая. Самое вот в ней такое печальное, что больной может поступить ну, с какой-то легкой формой, там, с хорошими показателями, а потом это все затянется, или потом это все изменится в худшую сторону. А может быть, он поправится, я его выпишу в ближайшее время. Это ну, предсказать в большинстве случаев невозможно. Вы ждете лекарства от ковида? Да, да. Хочу лекарства от ковида, чтобы можно было давать на любых сроках, и чтобы больные от него поправлялись. Наверное, это мечта какая-то. С вирусами очень сложно работать. Это ваша первая эпидемия, в которой вы участвуете как врач? Да, да, конечно. У нас есть больницы терапевтические, которые принимают сезонный грипп. Наша больница к нашему отделению никогда не относилась, потому что мы сосудистый центр. Вы пишете в книге «Один из методов борьбы со страхом делать вид, что ковида нет». Вы боялись? Я боялась. Я боялась, да. Я знаю, что многие боялись. Я знаю, что ну, есть там мои коллеги, множество, которые не испытывали такого. Ну, просто люди все разные. Я боялась, конечно. Я вспоминаю выходной день перед самым началом вот ужесточение карантинных мер, когда мы собирались всей семьей здесь дома, дети, собака, такой э, счастливый день, когда мы все вместе, у нас не так часто это получается. Тем не менее этот день он был разбавлен страхом. Хотелось просто что-то надеть такое, перчатки, противогаз, замотаться, заключить вот это все мое семейство в какую-то пластиковую капсулу и в этой капсуле укатиться от этого ужаса куда-то, пересидеть, спрятаться, затаиться, вот их вот так вот обнять и с ними сидеть. Чтобы этот ужас из жизни ушел. Многие ваши коллеги заболели? Очень. У нас очень много переболело в больнице врачей, сестер. Вы пишете, что нашли звуковой символ красной зоны. Звук отклеивающегося скотча. Да. Это вот скотч – это наше все. Вот в зоне нужно, чтобы было все удобно. Чтобы ничего не съезжало, не мешало, там, чтобы перчатки не спандали поэтому это все заклеивается скотчем. Перед тем, как войти. Перед тем, как войти, да. Это не для герметизации, потому что, ну, это смешно. Вот, хотя вначале были такие мысли, что не заделся ли это наглухо. <с hell> Потом, ну, как-то стало гораздо спокойнее. Вы пишете, что теперь вы все время живете с этим. Ты можешь выйти из ковидного госпиталя, но он из тебя не выйдет. Это состояние и сейчас существует? Ну, я еще пока в зоне работаю. А, вот вчера буквально мы разговаривали с коллегами, те, которые уже вышли. Они говорят, это все очень быстро забывается. Ну, я не думаю, я попробую. Ну, я думаю, что это все равно не забудется. Вот этот режим работы, ну и вообще все, что происходило, это, ну, это не может уйти никуда. А что за момент перехода из жизни в красную зону? Со сейчас... временем перестали чувствовать этот трагизм этого момента? Перестали. Очень быстро. Все это абсолютно стало рутиной. И уже не говоря о том, что сейчас, просто, ну, я думаю, что мы даже не обращаем внимания на эти одевания и выходы. Все это очень быстро происходит. Меня поразила одна ваша мысль. Вы пишете, что в ковидных госпиталях больные лежат долго, и к ним привыкаешь. И тем болезненнее Момент потери, если она случается? Ну, есть больные, которые лежат несколько месяцев. Естественно, я уже разговариваю со всеми родственниками, там по имени отчеству и с самим больным тоже. Это вот такой создается небольшой мирок, который очень тяжело потом ну, из себя тоже выдрать. После вот этого времени, эпидемии, работы в красной зоне, вы как-то по-другому стали относиться к смерти? Трудно сказать. Не думаю. Нет, это всегда очень страшно и быстро. И ничего другого тут придумать нельзя. Какой рецепт есть для врача, для медика, для медсестры не выгореть от такой работы? Ну, наверное, у каждого этот рецепт свой. Ну, должно быть что-то еще помимо работы, на чем можно отдохнуть, за что можно зацепиться. Чем полечиться? Не знаю. Вы пишете в книге, что вы и ваши коллеги не отключали после смены телефона. Это был буквально крест, потому что звонили. Ну, мы вообще никогда не отключаем телефоны. У нас у ну такого доктора, вот который работает, э, с, ну вообще с пациентами, там в стационаре, я не знаю, как в поликлинике, но у нас это просто, ну день сурка. То есть вот ты уходишь с работы, и дальше продолжается. Я не могу сказать, что это там миллион каких-то звонков, но все равно хоть каждый день кто-то позвонит, или кто-то где-то знакомый заболел, или кто-то из пациентов позвонил. У вас в книге есть? по-моему, исчерпывающая мысль о праве на прививку. Вы пишете, ты не можешь делать личный выбор, потому что не имеешь права решать за тех, кого можешь заразить. То есть вы абсолютно стоите на позициях необходимости прививаться. Ну да, конечно. Правильно привитые больные, они не умерли. Хотя были те, которые болели довольно тяжело. И ну вот недавно такой больной был выписан. Я думаю, что если бы он не был привит, он бы погиб ну, в самом начале, потому что у него было огромное внимание. А вы у себя сталкиваетесь с людьми, которые отрицают прививки? Ну, я уже не могу с ними разговаривать. Ну, у меня не хватает просто уже душевных сил. Мне кажется, что уже все понятно. И уже ну, невозможно уже найти такие слова, которыми бы можно было говорить. Вы пишете, что наша общая в стране привычка к экстренной работе в этом случае, в случае ковида, оказалась очень полезной. Ну, у нас в больнице очень большая привычка к экстренной работе, потому что у нас, ну, мы работаем как больница скорой помощи. 24 на 7 у нас приезжают сразу все с копом, несколько скорых, все разное. Надо сразу там что-то решать очень оперативно. Поэтому вот эти поступления... Ну, у нас, конечно, не было такого, как в Москве, вот, страшного вот, потока. Ну, они как-то преодолелись и как-то вот все, ну, как это сказать, рационализировалось вот этот процесс прием. Скажите, пожалуйста, вот такой меркантильный вопрос, наверное, очень важный. А деньги. Повышенные зарплаты тем, кто работает с ковидом, они повлияли как-то на удержание людей? Конечно. Повлияли? Не? Конечно, повлияли. Дежуранты приходили, которые раньше ну, не пришли бы. Врачи, ну, стажеры приходили, клинические ординаторы, сестры. То есть на самом деле персонал набрать очень тяжело в больницу. И там санитарок, например, это вообще на вес золота люди. Они приходили, работали. Наверное, ключевой момент это было там не то, что вот они сели на белого коня шашкой и помчались спасать людей. Нет, просто для того, чтобы заработать деньги. А вот то, что произошло в начале, когда одни пошли в красную зону, другие отказались, это проложило какую-то борозду между людьми или нет? Я думаю, что нет. У нас в основном Конечно, не пошли в зону, ну, там, люди пожилого возраста. Хотя некоторые пошли, некоторые зашли потом. То есть они как-то посмотрели, ну, люди ходят туда-сюда, никто вроде не помирает, работа идет. И они тоже зашли. Вот ну, такой вопрос, который, в общем, обсуждаем не только мы с вами. Вот работа с ковидом продолжается, она такая же опасная, как и была раньше. Тем не менее, в начале эпидемии... Медики были героями, ордена, разговоры по, по телевидению, билборды. Сейчас как-то все это как будто кто-то выключил. Хотя риск тот же, тоже болеют и так далее. Как вы думаете, что произошло? Почему так? Ну, все вернулось на круги своя. Я очень много лет, э, ну, нельзя сказать, что борюсь, но как могу, радуюсь за то, чтобы вернуть уважение своей профессии, которой я очень горжусь в любых условиях, в чистых, там, в кардиологии, в ковиде, все равно. Я думаю, что сейчас еще люди от ковида очень устали. Их все бесит. Их бесит ограничения, вот эти маски, перчатки, вот эти прививки, которые заставляют делать. Вот это их все бесит. Они хотят, чтобы это все закончилось, ушло, чтобы это больше их не волновало. И сейчас получается, что врач ассоциируется вот со всем этим. С неприятностями. Ну, вот с этим неприятностями. Ну, до тех пор, пока ты не оказываешься в палате, и к тебе не приходит доктор, и отношения тоже меняется А вот в общем и целом, это вот, наверное, намертво вот это спаяно. С, с прививками, с вот этим неприятием, всего просто очень устали люди, мне кажется. Это же ну, ситуация не просто аномальная, это какой-то сюрреализм, да, вот с пандемией. Кто это ждал? Кто это вот фильмы катастрофы, только кому-то как кино какое-то происходит. Когда вы говорите, что красная зона всех расставила по местам, что вы имеете в виду? Кто как себя ведет. Потому что... Ну, я тоже там в, в книге об этом писала, что ну, когда заходишь в зону, надеваешь костюм, самое главное – это забыть о зоне и костюме. И работать обычно, как ты работаешь всегда. И не думать о том, что у тебя там до конца смены осталось еще там, 10 минут. И после этого ты все ушел. Просто надо сделать свою работу как человек физически выдерживает 6 часов в таком костюме, вы, как вы говорите, ходячий парник? Ну, больше можно выдержать гораздо, и 8 можно. Ну, ничего такого. Привык... Ну, люди многие, там, спецслужбы работают в таких условиях. У нас нет там жилета, который весит 25 килограмм, там, или автомата. Ну, надо приспособиться, это вполне возможно. Н ничего такого. Тем более сейчас все привитые, можно там капюшон снять, можно немножко подышать. Ваша книга, она очень документальная. Здесь конкретная больница, конкретные имена, ваши коллеги, ваши начальники. Скажите, пожалуйста, а как они отнеслись к этой книге? Ну, пока еще только вот там единицы прочитали. Хорошо отнеслись. То есть никаких проблем у вас с коллегами не было? Ну, я очень долго думала, как мне обойтись без имен, например. Ну, я же не профессионал, Поэтому я не знала, как бы мне сделать так, чтобы, вот, ну, чтобы рассказать о этих людях. Мне очень хотелось. Ну, и чтобы там никого не обидеть. Поэтому я так аккуратненько... И вот, кстати, хотя вы были автором огонька, который я редактировал, я вас никогда не спрашивал, а вы писать начали, будучи уже врачом или еще задолго до этого? Да. Вообще, вы с такой очень известной семьи, по-моему, потому что ваш дедушка же был родоначальником... Да, радиофизического факультета в Нижнем Новгороде. Да, да. академиком, отец, член-корреспондент, тоже физик, по-моему, папа да. у вас. Почему вы не пошли по их стопам? Почему вы стали доктором? Во-первых, я не могла переварить математику, она в меня не входила никак. И когда моя бабушка тоже профессор математики, я у нее спрашивала, говорила, ну, это очень значимый для меня человек вообще в жизни, была бабушка. И спрашивала, бабушка, как вот ты выбрала математику? Она говорит, ну, я видела, что это так красиво, я этого не видела. Я хотела заниматься чем-то очень конкретным и чем-то очень значимым, чтобы, ну как сказать, чтобы не можно было абсолютно точно каждый день себя уважать. Наверное, вот так, если очень коротко. Чего вы ждете от того, когда книга придет вот к читателям? Вы ждете какого-то позитивного отклика, вы ждете понимания работы. Чего вы ждете как автор? Потому что это же ведь не просто литература, тут есть большая нагрузка такая публицистическая, профессиональная. Ну, на самом деле вот для меня эта вот работа с книгой, наверное, она уже закончилась. Я хотела вот это сформулировать, я это сформулировала. Я думаю, что сейчас вот эту книгу прочитали уже все значимые для меня люди. Не знаю, что дальше думать <laughs> о том, как другие там, как прочитает вот ну обычный человек, ну там не врач, например, не мой коллега, что он подумает. Знаете, что меня еще поразило в этой книге, кроме всего разговора о борьбе с болезнью, меня поразило то, как любите вы свою больницу. Очень люблю. Я не одна такая у нас. Это такое у нас, видимо, место, которое обладает определенной аурой. Я всех спрашиваю о правилах жизни. У вас есть какие-то правила жизни? Ну, исходя из того, о чем вот мы поговорили, я стараюсь брать Трубку вечером. Ну, так если без шуток, то я, наверное, стараюсь не оставаться равнодушной ну, к чему-либо, к людям, к их проблемам. Наверное, так стараюсь. Знаете, у вас в книге есть такой эпизод, что вы и ваши коллеги пообещали друг другу, когда закончится эпидемия собраться все вместе и сфотографироваться на фоне больницы. Я хотел бы пожелать и вам, и нам всем, чтобы эта фотография состоялась как можно скорее. Спасибо. Спасибо вам за разговор. Спасибо.